Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан. Продолжаю играть в замечательную игру Counter-Strike, всеми любимую, всем известную. Так, давайте начинать. Скоро у Хаммера день рождения, Хаммер закончил очень хорошо... Какой-то третий четверг, по-моему. Ждите скоро открывания кейсов. Четверки. Поедем там. Одна четверка по музыке за поведение. Что-то он там на музыке не так себя вел. Ну да ладно. Так. Ну, за террористов получается. А это уже все, что ли? Так, что-то я как-то... В середину. Зашел в середину матча. Это я его убил? Или я его, или он меня? Ну, мужик. А нас никто не обходит? Никто не обходит. Нормально. Решил пойти по оттуда, да? Так. А, кибер. Кибер. Что там никого нет? Чё никого нет? Ни тут, ни там. Сюда стреляет кто-то, что ли? Яй! Ю-6-6-6-6. Ой, я не люблю здесь. Чё-то как-то их много. Шо у вас... Тебе... Елик. Где он опять? Вот здесь только что был. Только что здесь был. Какая-то у меня... Какое-то у меня оружие такое. Ай! Он только возродился. Так, это у меня Steam, ребят. Не у вас, это у меня. Фух. Ай! Что же делать? Где ты? Где ты? Я тебя видел. Ты здесь вот. А! Я ведь знал, что на него иду и пошел. Не люблю, где здесь вот доски появляться. Ой. Так. Перегруппироваться. Это у меня, ребята, Steam. Не волнуйтесь, не у вас, а у меня. Так. Я, чё-то никого нет-то. Так. А, сзади. Сзади меня убил. О. Ну, выходи там оттуда. Нет? Прыгает.
Эх, не попал у него. Так, там не наш. То есть наш. Ай! Наш, там два его. Давай сзади, сзаду. Заходи. Мне, кстати, рассудочек отнается, хотя... Да. Хотя она, конечно, такая... Даже не знаю. Где он там? Его убили, нет? Ай! Где он там ходил? Это наш. Наш АФКшит. А! В воду упал. Наш АФКшит. Ну, конечно. О, как я в него. Прям как-то даже в голову. Может, с этой стороны надо? Вдруг здесь выйдут сейчас. Так. А я вижу вот тень наверху. Вижу его тень. Наверху. Вот так вот. Закроем дырку. Закрыли мы дверку. Сидим в шкафу. О. Да у меня игра свернулась. Стрелок. У тебя бы игра свернулась, ты бы тоже ничего не сделал. Понимаешь? У меня игра свернулась. Когда игра сворачивается, тяжело. Тяжело стрелять. Ай. Когда ты не в игре, тяжело стрелять. Тяжело стрелять. Тяжело стрелять, когда ты не в игре. Ай! Уже кто-то с ножиком. Шинокама выиграл. Шинокама. Ничего не дали. Так, сейчас голосуем. Голосуем за что же? Давайте монастырь. Сейфхаус. Давайте монастырь. Ну, я не знаю, что выпадет. Это же случайненько. Случайненько. Монастырь. Ну... А ну-ка. Ну я правда и сейфхаус бы сыграл мне, в принципе. Я даже. Какая же мне карта не нравится? Наверное, багаж не нравится. Ну, меньше нравится. Я так думаю. Контртеррористов. Так. Ну давай, давай. Давай. Грузись, игра. Грузись. Разминка пошла. Пошла. Где тут? А! Не успел. Та-та-та-та-та. Куда пойдем? Налево, наверное, да, пойдем? Давай. Пойдем налево. Ё-ма, ну как ши... Ну, кама. Лучше на кама хорошо играет. Это у меня, ребята... У меня Steam клюкает, пикает. Шинокама. Шинокама. Яй.
Кибер-элик. Я тебя помню, кибер-элик. Так, ребята, куда идем? Куда идем? О, это он. Шинакама. Вот Шинакама и кибер-элик. Это такие, знаете. Шинакама и кибер-элик. Ну-ка, на если посюда пойти. Аси тут как бы посмотреть. Никого нет. Далеко он был, но тем не менее, я бы его, наверное. Не, ну была бы снайперка, конечно. О, как я его. Как я его. Есть кто там? О! Не, а ничего такое место нормальное. А это он меня, наверное, выследил. Он, наверное, думает, кто же там сидит? Думает, кто там сидит? Давай, выходи, а я за тобой, давай. Давай, это выходи, а я за тобой. Фуф. Надеюсь, помог тут. Свои. Свои. Шинакамы всякие ходят, Шинакамы. Ничего не против, Шинакамы не имею, но... А, сзади, сзади. Сзади там, сзади, сзади, сзади. Так. Где он тут был? Фух. Выпустил всю обойму в него. Здесь он где-то был. А, тут их трое. Вы смотрите, что делается. Их тут трое. А! Ну наши хоть Шинакама убили. Но Шинакама убил меня. А, да что ж такое, кибер-элик. Так, ну все, кибер-элик. Кибер-элик, ты... Где ты там, кибер-элик? Кибер-элик, давай, иди сюда. Откуда его убили? Неужели снизу? Нет. Не снизу его убили. А! Шинакама! И Шинакама... Убивает. Убивает меня Шинакама. Вон он там. Аха! Аха он это... Ай-яй-яй, нет, я хотел проскочить. Зедисон наносит ответный удар, но будем надеяться, что... Вот сейчас я выйду на... На кого-нибудь я выйду. Били мы там кого-то, я так и не понял. А, сверху Шинакама напрыгнул. Сложно было его как-то заметить. Вот этого я вовремя. Да убивайте его. Прячемся. Там идет перестрелка. Так. Так. Перезарядка. Релод. Так. А, и сверху снизу. Ну, я думаю, наши его достали. И сверху и снизу была цель.
А, вдвоем, по-моему, втроем там вышло опять. Вышла опять Шинакама. Он как-то растерялся и растерялся и я, и противник. Я и противник растерялись. Мы растерялись оба. Ай! Кончились у меня неожиданно патроны Шинакама нанес. Шинакама нанес смертельный удар. Будет ли здесь кто-то выходить? Давайте обойдем, так скажем. Могли пойти посередине, но... А! Mad Max. Убил, давайте пойдем по... Вот, повезло, повезло мне, честно сказать. А, и вот сейчас вот как раз у меня будет ружье, которое я не люблю очень. Напоследок я прям убил, знаете, так достаточно хорошо. Ну, на третьем месте из наших. Дадут что-нибудь? Шинаками дали, конечно. Ну, почему, конечно, это может случайно дает. Ну, не может, случайно дается, но. Тем не менее. Так. За озеро. О, все за озеро. Ну что ж, ребята, давайте за озеро. Тут уже нам никак не переголосовать. Озеро, как говорится, победило. Ну что ж, давайте пока ждем, когда озеро грузится. На этом эту серию закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.